Шеф-повар Максим Григорьев. Соус из крыжовника. Рецепт этой интересной приправы рекомендуется на одном из дачных форумов. Она быстро готовится, имеет изумительный зеленый цвет и на вкус очень яркая. Впрок такую не заготовить, но вдоволь насытиться витаминами можно в сезон. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Крыжовник 330 грамм. Соль 0,5 чайных ложек. Укроп свежий 80 грамм. Чеснок 60 г. Шаг 1. Подготовьте ягоды крыжовника, свежий укроп, чеснок, соль. Шаг 2. Ягоды необходимо промыть, срезать чашелистики и плодоножки при помощи маленьких ножниц. Шаг 3. Укроп промыть, встряхнуть, срезать стебли. Зелень измельчить и поместить в чашу блендера, добавить очищенный чеснок и 1/3 ягод крыжовника. Шаг 4. Измельчить. Шаг 5. Добавить соль. Шаг 6. Всыпать оставшиеся ягоды, перемолоть. Попробуйте на вкус, возможно, потребуется еще немного соли. Шаг 7. Готовую приправу храните в холодильнике. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.